Мировая премьера. Телеканал National Geographic презентовал фильм «Мегасооружение. Астана. Город будущего». Картина дебютировала в рамках выставки «Экспо». В центре внимания архитектурные объекты столицы Казахстана. Это Ханшатыр, Байтерек, международный аэропорт, новый ЖД вокзал и не только. По словам продюсеров National Geographic, это современный совместный проект канала и нацкомпании «Экспо-2017». И уже после первого визита съемочная группа решила, что это будет одна из грандиозных серий документального цикла фильмов о мировых мегасооружениях. К примеру, в проект вошли также ленты о здании Бурдж-Халифа в Дубае и о Евротоннеле под Ла-Маншем. На самом канале премьера намечена на 10 августа. Фильм покажут более чем в 40 странах на 22 языках мира. Изумительный город Астана, который когда-то ожил в мечтах вашего президента, это идеальный объект для создания документального фильма. Столица Казахстана поразила своими интересными зданиями и масштабом замысла. Строительство выставки «Экспо-2017», возведение самой столицы за такие короткие сроки, это должен увидеть весь мир.